Компания Fresh Royal занимается производством полезной зелени с 2006 года. Но это сейчас предприятие в сутки производит более 1,5 тонн укропа, петрушки, зеленого лука, кинзы и базилика. А также поставляет свою зелень в кафе, рестораны, магазины и торговые сети по всему региону. А начиналось все намного скромнее – с зимней маленькой теплички на личном участке. Попробовали сначала для себя, стояли просто на рынке, со своей точки торговали. И вот почувствовали, что есть спрос, есть потребность у людей. А когда увеличивался объем продукции, нужно было куда-то сбывать. И вот и вышли уже в 2012 году, начали работать уже с торговыми сетями. А значительно увеличить объемы продукции компании позволила автоматизация производства. В 2021 году фирме удалось даже стать лучшим предпринимателем года в сфере сельского хозяйства. Расширяться будут и дальше, раз на российском рынке теперь стало посвободнее. Хороших вам новостей!